15 современных компьютеров председателю облгосадминистрации Юлия Светличная передала в 62-ю Харьковскую специализированную школу. Губернатор отметила, что переоборудование учебных заведений Харьковщины стало возможным благодаря лидирующим позициям региона в сфере образования, активному участию в международных проектах, в том числе GoCamp, и созданию сети опорных школ. Благодаря тесному взаимодействию с Кабинетом министров Украины, благодаря тому, что Харьковская область себя хорошо позиционирует с международными партнерами, благодаря тому, что мы добиваемся хороших результатов образования, а это вклад и всего педагогического коллектива, это, конечно же, и ваш вклад, потому что вы хорошо учитесь, нам удается привлечь как можно больше помощи в области. В 62-й специализированной школе учатся более 1070 детей, а информатику здесь ученикам преподают со 2-го класса. Вони вкрай необхідні школі, бо фактично ми розраховуємо на роботу в 3 кабінетах. І ті комп'ютери, які ми отримали, ну, як свідчать фахівці, вони десь на 2-3 показники выше, краще, а не те, которыми користувались до сегодня. Они быстрее работают, и Windows обновленный, все программы Microsoft Office тоже более новые, 2016 года. Я хочу программировать в будущем или что-нибудь с дизайном связанное. По словам Юлии Светличной, в целом школы Харьковщины получили 1419 комплектов компьютерного оборудования. Это результат соглашения между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики. Впервые за последние годы в таком большом количестве идет обновление материально-технической базы в области. Пойдут как на городские школы, так и на сельские школы. Мы должны понимать, что образование должно быть одинаковое и в селе, и в городе. И доступ до этого качественного образования должен быть у детей одинаковый. Поэтому делаем упор на сельское образование и не перестаем внедрять новые технологии. Определяем этому очень большое внимание, чтобы у детей было на чем учиться, потому что когда ребенок владеет компьютером, он владеет миром. Лишь бы он остался в Украине, чтобы именно здесь обеспечивать платежеспособный спрос своей квалификацией, чтобы, в общем-то, именно из Украины сделать Силиконовую долину. Харьков для этого максимально приспособлен. Новую компьютерную технику получит 141 общеобразовательное учебное заведение районов и городов области. В администрации говорят, каждый поставленный компьютер полностью соответствует современным требованиям и имеет лицензионное программное обеспечение. Оксана Зинковская, медиагруппа «Объектив».